на камеру не слышно. Слыхали? Немного странной рыбалки. Рыбалка со спиннингом на льду. Интересно, интересно. Ну давай, клюнь еще на видео. Не хочет. Местный вид топлива. Деревьев, как вы видите, нет. Вот, аккуратно нарезанные бараньи экскременты. Все, всю зиму топятся спокойно. Пользуйтесь лайфхаком. Государственная программа по электрификации отдаленных отгонов. Вот такое оборудование. Не знаю, видно, нет. Вот солнечные батареи за окном. Метров 6 стоечка такая, 7 даже, наверное. Шикарная вещь. Бесплатно выдается населению, устанавливаете. Могут, когда хотят, делать программы правильные. Неге пандин? Жоқ, пандин емес, сонда. Ертеңде апара сал. Ертеңде Жамал апайға тапсырамыз ғой, иә. Иә. Ана жолы жылқыны да. Полез вот. Вот она добыча. Фу, по кустам за ними лазили. Где? Где-то здесь лежит, сейчас найду. Вот она. Обьется еще. Называется каменная куропатка, кеклик. Жестоко, но это